Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев на 27-м километре автодороги Ахмедвейли-Физули-Шуша заложил фундамент дороги Физули-Шуша и нового международного аэропорта, который строится в освобожденном Физулинском районе. Тем самым президент дал четкий месседж, что единственный аэропорт в Карабахе, расположенный близ Ходжалы и находящийся под контролем армян, пока действовать не будет. Аэропорт Физули должен быть сдан уже в текущем году. Он предназначен для того, чтобы коротким путем добираться до Шуши из-за рубежа, а также с регионов Азербайджана. Азад edilmiş torpaqlara keçirik. Şanlı Azərbaycan ordusu bu istiqamətdən hücum edərək düşməni qova-qova torpaqlarımızdan çıxartdı. Füzuli rayonu. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.